5, 4, 3, 2, 1. Блять, пиздец. Призан, явка. Ну, короче, гомосек, красавец. Что я могу сказать? Терпи. Спасибо. Притон, пиявка. Забирай. Спасибо. Торна еда. Призан, баф, дайте каску лавку описывал. Взятый. Пиявка. Ветер в РДД, РДшки. Вадик, он пьет. Валите аккуратно, под морду шарки сунется. Притон, на тебе пьет. Все, 3%. Перебегаем. Не забывайте косты кикать. Керус, Бель, Хукмастера. Он лагает же писал, не трогайте его. Согласен. Ну вот, как раз и надо, чтобы он отдал гимн. Свой это дал. Бетон, ставь атем на ману. Где Гера? Хорошо, Гера. А для ДДшек его шнешек был плотнее маленько, что ли? Слава, гимн на ХП, да я. Хотел вам. Ветерок в РДД, два гимн сейчас. Хотел вам. Резонатки. Керус, давай иннер бидона. Мэтт Фокс, иннер в бидона, кинь. Ох, ё, там уже Вадикон в джан... этого, в Виланию иннер. Холи Дринка прохил, Холи Дринка прохил. Зубы у него дал. Давай, Вилан, не резай Симанова. Сколько до Берсы? До Берсы, блядь, еще 5 минут. До Берсы, ну, 5,5 минут. Мы, в принципе... Хотя, не, не будем сводить их, это хуёвая идея. Глеб, давай ближе к нам подойди, маленько. Чтоб тебя доставали сейчас.
Амазик, отведи в сторону босса. Мэтт отведи Фокс, в кружок. Лиза на БР. Кружок отведи, говорю. Куда ты его повел? Зачем кружок-то? Мэтт Фокс, иди резай призвана. Давай, призван, вставай. Вадикон, резай. Не-не, все нормально, уже ясно делаю. Пристабав, дайте ему капку. Лапку, каску, пристабав. Стелси, тотем, Void Spirit на ману. Все, ставь его потихоньку в центр. Звезда, 9 секунд. Да, лучше. Далеко его поставь. Звезда, ты съебались. Отверни его от рейда, пожалуйста. Надо было заранее отбегать. Керос, Иннур в Бидона, Мэтт Фокс, Иннур в Вавилоне. А Вадикон, давай тоже до кучи Бидона. Все, идите, бейте, бейте. Уже может отсидеть 10 секунд. Безумно можно быть первым. И нормально быть вторым. 2 минуты, Берс. Спасибо. Ну, чуть больше, чем 2. Дикон Берни и года. Или просто пролежат 301 и год. Блять, Сикстант третий. О, Сикстант, ебать, вы шоу. Да. Пробуй. Или мне брать. Бери. Ну, типа, кому полезнее будет, то все. Не, пробуй. Вон ты про что говорит, брать себе или нет. Эту утринку. У меня третий будет, у меня 2 не работают. У консерватора 2. У ханта тоже 2.
Ну, у него хотя бы два работают, у меня два не работают. Там у всех по два, там у Юли только один, и сейчас по Сефии один залутал. Нет, там от двух кусков нет смысла, да. Там только четыре. Можно слово? Сектант постоянный? Да, у нас подвисло, у меня только. Это ошибка. Ну, там же получается как, либо, типа, первый кусок полутал, ты лутаешь, и второй же получается. Ханту два куска нет смысла брать в Т5. Ну, пусть она объяснит, зачем ей два куска в данный момент. Она их откроет, она будет в них бегать. 2Т4, 2Т5. Ну, она же как получается делать, Вич? Что ну, нет, я понимаю, как идет. Да. Я понимаю, как идет. Просто профита от этого вообще ноль будет. А как, я про как это как говорю. Тогда собирать 4 куска? Ну, да, типа, ну, типа там, у нас да. Есть два ханта. Условно, как у консилятора третья. Если она идет первая по приору, окей, отдайте там второй кусок, условно, грудак. Так же, как и мне отдали. Ну, по логике, сейчас у нас МВВ Хант получит себе 4 куска на этом КД, а по Сфее не получит 4 куска. Вот какая логика, кстати, двух хантов. Кстати, да. Ну, потому что она сейчас берет второй кусок, есть. А потом да. Он возьмет третий по приору. Она его не возьмет. Все, а он возьмет, если сейчас третий кусок, он возьмет и четвертый вдогонку. То есть, ну, надо как-то... На следующем ей вот так как-то... Просто вы разосрете куски, если сейчас... Тут либо запуливать в одного сейчас... Да есть очередь просто, но это нелогично выходит. У нас сейчас будет два недоханта на этой неделе. Сейчас, если МВП Хан забирает третий кусок, мы ему отдаем четвертый, когда он падает. Если ты забираешь второй кусок, МВП Хан забирает третий. И в итоге ни ты, ни он не получаете 4 куска на этом. Вадим, месте. Вадим, а тут, знаешь, такая тоже фигня получится, что и дело рандома. И толку от этих кусков ни у тебя, ни у МВП Ханта не будет. Да, типа, а на следующей неделе она в любом случае по очереди берет второй кусок, и дальше третий, там четвертый, ну, судя по вот... Но а факт, ли, а факт ли, что с робота выпадут плечи хантов? Ну, не факт. Ну, вот понятно, что факт. Потому что у нас даже... и так будет два недоханта. А так получается, у нее и кисти, и тут получается приору, у нее идут второй токен, забирается приору. Ну смотрите, решайте сами. А там получается, ее третий кусок, он уже за ПГП получается забирается. По ПГП. Вот и все. Ну ты смотри, вот сейчас выпадут плечи на ханта, и у нас МВП хант их заберет. И у тебя будет два недоханта. Вот. Есть такая интересная... Типа он заберет, а потом он заберет четвертый кусок на следующей неделе, и у нас будет тогда тот же один хант в 4Т5, и один хант без кусков. Давай материться не будем. Трэш бейте. По итогу пускай второй кусок с робота забирает, да и все. Только робот. Робот. Да. Только нет, робот. У меня есть, да, у меня два куска уже лежит. То есть вы... Ну, это надо жестко помолиться, чтобы с робота упали плечи хантовские, прям пиздец. Ну, как бы два к трем, что там молиться? Он упадет или не упадет? Просто чтобы не было такого фигни, чтобы мы чтобы обосрались с этими токенами, по факту. Он стопудово нужен. Можно вопрос? Там прок, короче, он... Он постоянный. Да, постоянно. Да, у тебя будет висеть 150-150 и того, и другого. Да, беру.
Можно, если время позволяет. Смотри, Слав, тут стоит такой вопрос. Сейчас мы у него робота, и, ну, скажем, какой-то этот воронка фарм, после этого нахуй. Но, смотри, как бы, ладно, похуй, забей. Объясняю специально для прито. Так, вы можете помолчать? Объясняю для притона. Консилятор — это милик, а MVP Hunt — это RDD. 90% боссов сейчас именно актуала — это RDD-боссы. Да, милики на некоторых боссах тоже решают и хорошо вносят ДПС, но лучше в первую очередь апнуть РДД, потом миликов. При том, что у него, что у Вити, это третий кусок. Мэтфокс, быстро, БР. Быстрее, 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 быстрее. Мы же третий кусок забираем по ЕГПГП. Так же, как и первый, второй. Ну, получается, первый, второй по ЕГПГП. С очереди это получается. Понятно. Ну, вы хилами. Мэтт Фокс, Эвилашу. Эвилашу, Бэля. Пульти в аномалии. Да все уже тут, блин, ебал вообще. Почему у нас один танк? Почему у нас два ретрика, блять, и один танк? А нахуя Гамазек спекнулся? А нахуя ты спекнулся? Потому что танчится это в одного танка. Ладно, умирайте, босс. Реснемся, встанем. Босс танчится в одного танка. Почему Джанди стоит, блять, в самом конце, а у нас и Вилаша мертвая лежит? Мне другой интерес. А кроме Джандиса хилов в рейде нету? Не, ну как пример. Если в конце, он остается еще вон, где он? Так он в другом конце танка мертвого лежит. Я знаю, где ты был. Да какой тут она один пак запулила, ее, блядь, один пак убил. Yes, на похуй на соф и шаманов, у нас, блядь, два ршама, хулипал здесь. Чильте танки только в это время. Подожди, Слав. Но у нас же третий кусок. Там если по приору консилятор выше, пусть забирает. Хули они, ну, молчат. Какое-то рассуждение. Блин, тебе сказано было. Третий Бардан кусок завали, забирается по ЕПГП. Лёха, я еще раз говорю. Ты прекращай вот это... выражаться так. Да, не матерись. Хули не ты кричишь? Мне. Козёл. А... Костя, у меня ГП. У консилятора кусок. Я от них. А, ну все. Ну, кроме их. Так это ты начал. Момент. Может. Проку просто от РДД больше.
Не, все, у нас система ЕПГП, все правильно. Нет. Престовский остается у тебя. Слава, если ты хочешь в ШП его пихнуть, то отдавай эти тела. Нет. Тела, да. Все. Еще раз говорю. Два куска идут на этом КД, вар, жрец, друид, славе. Чтобы была замена мордаунту. Мордаунт работает 3 на 3, чтобы у нас был 2 ДЦ, 2 Т5 постоянно в рейде. Бо у меня это заебало уже. Агритип трэш, трэш чистим. Он вылетел. Говорил, что у него лагает. Там не за пульти, то не за... Спасибо. Ёбаный в рот, а. Опоздал я с предупреждением, да? Блин. Надо было не говорить. Ну, это, видимо, Starfall был. Я могу ошибаться, но, скорее всего. Так... Не было. Starfall, по-моему, не за пули но... сейчас. Значит, не Starfall. Значит, чем-то другим с пулей. Диван в КД. А, вон. Подожди. Авелания пишет. Первый удар. Авелания, у тебя есть аддон, который палит эту хуйню? Не, он написал что-то не то. Погоди, не туда. Это ведьма это. Аддон-то есть, который это все палит, только... А все, Хэлла встал, стелси или же не вставай. Вообще это можно все через Буду. Ой, ДБМ ебануть. Там должен быть меня, что первый удар. Ай, бери, брат. У нас КДМ срезал. Да, я вижу. Напугался. Козел. Что-то как-то нервно стало очень. Да потому что орать начали все нахуй. Артём, непонятно нахуя. Артём, нервно из-за шмота. Это всегда так есть. Я... Да. Шмот это срач. Да, шмот. Можете 4 бичей резнуть потом в... Можно шкаф поставить, они встанут. Похильте взятого, я шкаф поставлю. Как вам сделка? О, нормально. Идеальная. Баш на баш, да? Ну так, вы мне, я вам. Лёха, тебя суманить? Да. Я уже слава посуманил. Слава, какой ты второй кусок хочешь брать? Какой выпадет, такой возьму. Изда. Шо, меня не подумает? Ё-моё. А он сзади лежит. Ну, тогда как... Всё правильно, Юля, понимаешь, всё правильно. А нам здесь сопроты нужны? Или... Нет, здесь можно на АП-банке. А дальше как надо как будет? Как по мне, сразу говорю, лучше дальше взять нет. Плечом. Ты пятая. Похую поначалу. В Т4 два камня. Плюс есть. А в Т5 один камень. Опять Next Dirigible. Ой, по клаве кто лупит, блять? Вы чё там?
Смотри, не, Вадикон, дело не в том, что... Дело не в том, что типа два камня, вообще похуй на эти камни, а дело в том, что там СПД будет столько же, сколько, что два камня будет. Просто ты уберешь лишнюю хосту с плеча, возьмешь себе крит, чтобы у тебя этот... Я не знаю там про простоты, но там всего на 20 СПД больше стандартно на плечи. Ну и за этим левелом. Знаешь, там будет крит, благодаря которому божественная... Я не знаю про ваши... Нет, там просто божественное покровительство будет еще щиток больше. Там критовать будет лучше щитов. Как бы, поэтому я бы лучше плечо бы взял. Чем кисти. Ну, Слав, поверь. Эффективность. Но ты если в долгосрочной перспективе эти два куска хочешь носить, то ты сразу подбирай нужный. Эффективность тоже, знаешь, никто не отменял. Там дело не в СПД. Смотри, объясняю, в чем прикол разность. Скорее всего, Т4 может перехилить спокойно Т5. Т4, перехиль Т5. Вот и все. Вот и все. Объяснил. Вообще на любом боссе практически. Смотри, в Т4 у тебя молитва восстановления прыгает по... Бля, Гоша, нам это сейчас надо? Ну, вот нет, по пяти целям она вешает щиток и вешает обновление. А в Т5 ты просто щитуешь весь рейд и все. И у тебя щиты спадают, и ты 15 секунд тупо чилишь как дурачок. Вот и все. Мордаунт, а что там в Т6? Ой, до Т6 я еще не добирался, он там когда-то очень весело. Короче, забей, не рассказывайте. Мне бонус 6, пожалуйста. Ну, 2 не сильно нравится. Юля в соло танчит. Все равно придется свичиться на некоторых боссах. Или Т4. Так, тебе есть? Синхана. Слав, могу на Вара прыгнуть здесь? Зачем? За кольцом. Ну, кольцо нужно, он же говорил в начале рейда. Да. Тебе принципе, какое все... кольцо нужно? С меткостью? Нет, танковская, блок щитом, которая... Сила выносит блок щитом. Сегодня... Уже паролил так-то. А сегодня ЕП за что-то давали уже или нет? Это кто? Это кому надо? Сейчас ЕП запиздишь, буду давать. Кому? А что хотел? Кесари. Да, у меня почему-то отвязался в ЕПГП персонаж, вот я открываю. Хотя мне, по сути, не прям сильно нужно. ЕП давали по... Ну давай, решай, надо, нет? Тихо, блядь. ЕП давали, короче, кто во время пошёл каждый день. Роль. 10 ЕП. А, не, я просто про то, что у меня почему-то в ЕПГП персонаж отвязался. Ну это к славе, всё. Ну, напиши ПГП, скажи, ты видишь меня в приоритете или нет? Ну, у тебя в приоритете урги. Да, топ-1. Но. Чё ты не видишь? А я просто нажимаю, у меня показывает, что я вообще как будто не в рейде, блядь. Ну ладно, если вам видно, мне... Да-да, захожу. 20 секунд просто уходил. Давайте шкаф. Да не у тебя связано. Ну все тогда, похуй. У тебя просто сейчас мейном идет типа, по ИПГП урги. А, ну ты себя не видишь из-за этого, потому что ты не на нем. Ну, забагалось, походу, да, все похуй. Я думаю. А, подожди, ты на нем сейчас. Где там твой воин? Возможно, да. Да он тупо делал. Да, вот я видел пацанул. А, можно тактику вкратце? Стоишь в кружке босса, под морду не заходишь. АУЕшка ебинешь, трэш. Здесь. Хорошо, постараюсь исполнить. Ну что, сейчас здесь уже. Там только раньше времени начинаю уезжать. Мэтт Фокс, я понял. После этого босса уходит. Призен, а поставь, пожалуйста, тотем свой на силу и ловкость. Какой
тебе талант вкачан. Да. Жестко. Вылетел. Пец, ты полезный, конечно. Шаман, да. Вообще полезный. Не, именно Энх. И не только. Нет, именно Энх. А что с ними сделали? Чего они так ебунят? Ну, подбафнули. Подбафали. Никогда в жизни не видел, чтобы эти, чтобы энхи дамажили, пиздец. Ну, им Т4 отправили. Нет, в смысле, я говорю, раньше не видел. Мы раньше дамажили. Энх. Слава закипел. Рассуждение об энх-шаманах. Ардаса сад. Эдим и дно, да. Заломаныч моча. Танкисты. Эво не сейчас. Да я знаю. Нахрен это мордаун ты кинул? Ему сейчас после этого заходить. Ну зайдет, примем, чтобы сейчас не мешал хилд. Не, чтобы мешался, там фрейм просто багают очень сильно у Вуду особенно. Хилд вообще невозможно. А я говорил про это, вот все сидят и... Но... Жопу дрочит свою. Ну, я сейчас твою жопу подрочу, блядь, умник нахуй. Сидит там, блядь. Козел. Козел, блядь, нахуй. Убрать нахуй галочки просто в аддонах. Сейчас я тебе поставлю нахуй на жопе галочку. Блядь. Дайте поварим каску, пожалуйста, еще. Я сейчас тебе дам. Барабан. Да, держи каску. Thank you. Мордаун. Сань. Не дайте Юле набрать агро и поставить босс. Юль, чуть проведи еще. Гера? Или нет? А, Гера под первых мобов отдать. На полу в нее же, да? Да, да, всех мобов в июле. Моя правая пачка. Вы спаси феи правую, а я год левую. Он потом в центре заливает, когда мы уже на поле. Я в говне ищу. Ай, год на пол. Жарник, смотри, не откисни. Вадикон и Керос Иннер в беду. На полу. На задание? Да, я вижу.
блять. Залагал. Зависло. Залагал, да? Да. Сейчас отпустит. Когда лагает, лучше спамки хилы. На полы. Сейчас шарики пойдут уже скоро. Ну да, через 3% пазов. Я пойду ловить. Дисплей. Не, не пойду, меня застанило пока что. Не знаю, смогу, не смогу. А, блять, ну меня шар съел. Меня тоже. Прям в этой хуйне, да? А это что, нормально? Ну, типа, да, видимо, так и работает. Да. Ну, уже такое. Ну, не половлю, ребят, сорян. На пол. Я пошел. Слева два летят. Диспел. Мордаун там. Еще ловлю. Диспел, мордаун. Диспел. Там. Еще пойдем. Я могу половить. Окей. Слева полетело. Три шара опять. Диспел, кирсо. Диспел. Диспел. На пулы готов. Все, я не половлю. Рарник готов, все будешь ловить. Поплыли три слева. Рарник, лови. Хамазека диспел. Притом. Доигрывайте в босса. Там уже все. Опа, ботиночки. Вот давно. Да, заебись, что я шпан. Не, они у меня есть уже. Я в прошлом ТВ. Ну, да. Одно из двух. Спасибо. А чё не на ловкость? На ловкость лучше, по сути, на армса. Да, смешной, бать. Негр. В целкане одной шмотки не выпало нужной. Чё, умираем, короче, и идём... Не, идём дальше. Я умираем, идём на гидрс, нет? Ну, либо ты уж чистим. Либо в оборотку идём. Ну, блин. Да, и... да. Не, на рытвик нормально, на хостовый. Спасибо. Мэтфок замену просит. Ну, трэш, ну, чистим вот этот. Будем чистить? Да. А, ну тогда разворачиваемся, хули. А если он не мешает, зачем ему чистить? Здесь все равно ничего не падает. А чё ты 100? А воронки чё, с них не падают ничего? Ну, очень. Ну, так, через жопу. Мы на гидроса бежим, чё, дайте нам. Ну, гидрос. Давай понизу, понизу, по воде. Да, давай. Чё ты хочешь, блядь? Где мораль? Мораль просела. Натур. И у тебя и пукан подгорает. Нет, и пукан подгорает. Бывает, ты, короче, сидишь, тебе вот на вот двух ты пятых не хватает. Смотри. Но всегда потом есть... вару удаляешь. Да. И делаешь себе шамана.
сидишь такой, топ-1 приоритет, и такой, ну, бля... Да я не против, я же ничего не говорю, я просто руф. Мне похуй, я до Талова буду, пока Т4 полностью не убьет. 4 Т4, 2 Т6 воин, да? Да, да. Кто сдонил? Похуй на нее, реально, не пойдем, блядь. В смысле? Поебать. Нет, ты оденешь ДЦ. Подождем, когда там шмотки, блядь, с резистами будут нормальные. Нет, ты ДЦ, я протовар. Да, я протовар. А я не знаю, я подожду, пока все полутают, там даже все вары просто полутают, Т5. Ну, давайте мне протика соберем, 4 Т5. Как же Армс? Протик интересный звучит. Я только не знаю, у него идеальный блок, как работает вообще? Тупо мак резист, как у ДК. Да ладно. А этого сейфта... Это получается соу таргет, а у Е-таргета есть какие-то там, типа, тампы? Типа только себя спасает. Типа только себя спасает, получается, да? Да, вроде как. Дринк. Есть нахуя? Моча. Нахуя ты его решил? А если там моча? Я понял. Рарник, тебе по приколу в лоб его пулить? Он умеет. Да бля, он по-пацански дерется с ним, чё вы доебались, бля. Типичное по-пацански, вот это 25 на одного. Ты один приходи, мы тоже придем. Нет, там, наверное, действует я и мои. Сзади идет один. Сзади, берегите свой зад. Так ебашьте его, хули вы. Ловите его, ну чё. Лови его за ногу, ломай ему хвост. Бля, да. Нереально. Мы выучили тактику, блядь, на колосса не же топи. Сейчас, Слава, делай гайды, колосс уже топи, прохождение, да. Хитрости механики. А, да? Только нахуя? Сколько их надо завалить, получается, чтобы Джайна убить? Это вся... как с кабанчиками и шемом, понял? То, что... Когда да, тебе покажут. Сейчас, погодите. Вот такая. Жайна, кстати, два шема падает. Ага, один в рот, другой в жопу, блядь. И все в твою. Давай, за сейф. Чуть-чуть не выбежал. Знаешь, Лех, и все в твою. Воскресите, пожалуйста. Потрясающие по сложности боссы, конечно, здесь. Мне не очень нравится ЗС.
просто, блядь. Много трэша, много... Тьфу, много трэша, мало фана. Так, а лот тебе на кой? Ну чё, вон, сейчас на Лара сходишь, тоже покайфуешь, блядь, классный бот. Спасибо. Тут. Он не гомосек, он там пидор. Он так пидор. Гомосек. Не пидор, а гомосексуалист, блядь. Козёл. Да, я тут вас точилил. ДЦ, как обычно, но в чем я могу быть? Да ладно. Нет, ну тут тогда в ДЦ, потому что тут настакивается щит, и у тебя просто... сейчас я тебе зачитаю даже. Эффективность исповеди связующего исцеления и быстрого исцеления увеличена до 40%. А можешь все таланты еще свои прочитать? Давай не будем. Давай, начинай талант. Вот этот талант. Ваш, короче, этот разговор со Славой, это типа, давай я сверху. Нет, сегодня я сверху. А, у тебя тоже замашка. А еще я пидор, блядь, ну конечно. Здорово всем. Да пиздец, давай ты в холика. Нет, давай ты в холика. Нет, я в холика. Нет, я в холика. Че вы его сейчас где? Кто бы говорил, будто вот хоть под свой быша. Вертишь, вот верти. А у нас я два верчу. Ханта, короче. И один рога. Это так, вон эти двое вертят. Я не верчу. Я есть еще на замене. Ну, наливай замена в рейд, блядь. Я же вижу, что ты на армсе, блин. И чё? Тебе бы 6 поставить, и сразу вот тот же самый армс. Чего еще раз? Вот 6. Это супрастин. Вот продукт. Мордавом. Я говорю, тебе 6 поставить, и вылитый армс. А кто его? Просто пилон, бля. Я не подписал. Это ты 6. Ты чё, это твинк? Да захожу. Я только проснулся, блядь. Да забрал. Я тебе скажу, ты сектант проебал. Сектант проебал? Угу. Да. Да мне температура 38,8 ебашила, блядь, я нахуй. А, забей, такая же хуйня была. Я просто противозастудной какой-то хуйни там ебанул, блядь, и спал, блядь, всю хуйню, блядь. Ну ничего, не огорчайся, я линкану потом. Красавлю. Да, все равно сектант надо лутать только после Т5. Сейчас Т5 только. Ну я заранее удал. Ах, врешь. Плюса, ну а что, людей нету? Надо одного. О, Димасик. Толковых нету. Не, ребята, по Сефеям, МВП Хант и Гот, распределитесь. По периметру будете пулить мобов. И выйдите. Ну я боссу пулю. Нет, с выйдеть как? С выйдеть. С выйдеть. Да. Да, втроем пусть станут, сразу у всех за и выйдет. Ханты притворится. Рога ванишь. Так а чё, Лёха, ты говоришь, я проебал? Я же бы по ЕПГП не забрал бы. Ну да, я был первый. Так что... Я бы так чисто слюной бы удавился. Ну надо давить. Смотри, давить. Рарник. Там такой видосик. А, там такие девочки, блин, а вы даже глянуть не видите. Подожди. Не пули. Ты чё, дурак, какие девочки, блядь? Юля, иди сюда. Я показать? Покажи. Ну и по мальчику. Нет, я сказал не пули. Стой, Дживс вот есть, у меня все сломано. Еще.
Никакой, что сразу пулим. Чтоб не вышел. Ну. Давайте. Давай. Бей. Ну этого убьем, хули не этого под босса или забрал. А Мазик слева и справа. Что случилось, Сергей? Она ж его запулила, я, блядь, зачаржил. Ой-ой-ой, что случилось? Вот убили, РДД, РНЖу набрали. А в дали ему минимально. Урги, лапку, каску при собак. Джандис вылетел. Пиздец. Хуёво. Вчетвером хилите. Отходим и отходим, что делаем? Ума. Юля, готовься. Переводи. Массейв. Ага, Мазик. Надо собрать уёбков, они всего убьют. Мазик под боссом. Геру сдали. Синхан, иннер в бидона. Ведут. А стопайте ДПС. От мадам-то разбежались. Не, меня загрузило прямо в бой. Ложная информация. Не флудите. Поебать. Вадикон, Керу, Синер, в бидон. Подожди, Трэш, Вадикон, приор, Вадикон, пока не давай. Уже. А, нет, нет. Не давай, не давай, не давай пока. Повела. Гуляет трэш. Ну, блять, извините, я своих забил. По трэшу играйте. В трэш больше даем? Трэш приор всегда. Трэш сыграли, потом босса. Ром, ты все там вылетел полностью, что ли? Коша, блядь. Коша, не пизди. Вадикон и иннер в беду. Переводить надо 100%, нет? Юля, переводи. Гамазек, массейв. Кому там делать не? По сторонам встаньте-ка.
Бэйр есть? Вадикон и Вилашу Бэйр прямо сейчас. Стой, 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 захильте, захильте. Баф. Встану. Переводите. А у нее нету, наверное, таунт не работает, да? Я веду. Тихо, я веду. На поле Юлю. Синхан, так. Давай в стелси, Керу давай в бидона, Инера. А еще шамановские печати, кстати, падали? Похуй. Переводи, Юль. Переводи. Must save, Гамазек. Стоп, ДД. От мордаунта бегите. Че, добиваем его? Full ДД, босс. Ой, дай на хп гивну. Хуясь, я каким-то образом умудрился рыгануть 25 тысяч, блядь, ебать. На ДЦ, только на ДЦ. Почему наш? На холе приста не работает, только работает при точном захиле. На холе шамана заебись, ну, вроде говорят. Нет, ну это... Ну да, на шамана, ну там есть, если по классам, шаман, ДЦ, все, кто таргетно хилит, только такие вот все. Давайте сейчас фаст разберемся. Мы идем. ДТ. Робота идем? Робота? Да. Быстрее все на робота двигайтесь. ТТГ ГМХМ. ТТГ ГМХМ надо вообще убирать с расписания. ВС, блять, пойдем. Ну ТТГ я бы не убирал. ТТГ нормальная тема. Оставьте. Пока не убрал, не убрал. Когда уберу, уберу. Чё, давайте я вам в Даларан хоть портал поставлю. Давай. Идите сюда, портал. Давай заберу себя на офспек, если это. Портал в Даларан стоит. Портуйтесь, или я уйду. Не уходи. Но если тебе, типа, не декап меткость у тебя, то возьми. Смотри. Ну смотри сам, у меня просто сирианская-то есть, в принципе. Гоша, ты прыгаешь, нет? Да я сейчас через форб съебанусь. Мы куда идем? Короче, сбил. А робот это какой рейд? Ока. Ока. В смысле ты будешь шипешить, когда я буду? Не-не-не-не, у тебя плодички есть. Стража бездна, да? Да. Крепость бурь. Стража. Кстати, бездна. Мы же так еще Мишку не потестили в Т4. Ну, вот так ты потестил, типа... Типа там пара всего, а я еще не видел. Смотри, объясняю тебе, в чем прикол. Чешка очень хорошо сочетаться будет с кордом. Там под определенных ботов. Да. Это же все ситуативные трини. Их... Смотри, объясняю тебе. Чешка, она в принципе везде, даже тебе на ДЦ везде нужна. И на холиках нужна везде. Она вешает ходку, которая хилит челиков.
а уже либо корень, либо серьгу ты выбираешь под босса. Босс долгий, типа ты серьгу берешь. Босс, где нужно больше захила, в принципе, такого, и где у тебя будет точно захил, ты берешь корень. Но корень на холика не работает, потому что там идет от прямого исцеления, а круг исцеления мультва, типа исцеления, они не дают такого прямого исцеления. Короче, и... тебе надо минимум две тринки на смену. Три. Три даже, да.